Привет всем комрадам-копателям, всем, кто любит смотреть подобные видео. Сегодня снова мы в лесу, в поисках, как обычно, монет и артефактов. Прогуляемся сегодня по старинной дороге, предположительно, где она была по карте. Надеемся на находки. Ну что, не переключаемся, ждем находок. Прокатимся по леску. Ну вот мы и на месте. Пара-тройка часов у нас есть. Походим, погуляем, подышим свежим воздухом. Поищем монеты и артефакты. Надеюсь, будет что показать. Не переключаемся, ждем находок. Первая находка. Пуля. Она звучала как черный металл. Вся ржавая. Что, остальная что? Легкую, непонятно. Так, ладно, красота какая. Двигаемся дальше. Ну что, первый цветной сигнал чистенький. Где тут 18? Что, попробуем выкопать в онлайне. Если не получится, то больше не буду испытывать ваше терпение. Кому-то нравится, кстати. Часто пишут в комментариях: спасибо за онлайн. Ну, наверное, просто надоело смотреть некоторые видео, в которых есть сомнения по поводу найденных монет и артефактов. Я никого не обвиняю, ни в коем случае, просто так бывает, наверное. Ну, выкопали, давайте проверим. Тут у меня сомнение, что это, скорее всего, наверное, проволока алюминиевая. Хотя, может, да нет. Не пробка, это у нас водочная пробочка. Ну ничего. Двигаемся дальше. Был слабенький сигнальчик 10. Я, в общем-то, и не надеялся ни на что. Просто по инерции копнул. А тут монетка. И снова у нас, походу, копеечка поздней советы, да? Да. Не, ну, в принципе, я считаю это за находку. Тем более, согласитесь, как я уже много раз говорил, ну тут, ну как вот найти, что за удача вот в таком огромнейшем лесу найти копеечку такую. Монетка весом в 1 грамм. Наверняка вот на этой площади их, наверное, сотни подобных монет. Так что двигаемся дальше. Находочка есть одна путная. Уже хорошо. Еще один у нас чистенький сигнальчик. Минут 30 точно ходил без сигналов. Ну, там кучу пробок насобирал.
не знаю, видно будет, нет. Больше гора. Потом покажу, если не забуду. Восемь-десять. Это вот опять похоже на копейку. Поздние советы. Посмотрим, насколько мы ошибаемся. Может, даже и фольга, может быть. Запросто. Ну, где ты? А, нет, монетка. Смотри-ка, и большая, не копейка. Так, что это у нас тут такое? Муравьев столько, это просто жесть. 20 копеек, 1983 год. Ну, какая-никакая находка. Что-то тут поздние советы. Блин, комары достали, муравьи достали. Лазят, кусают. Так, ладно. Двигаемся дальше. Это вот где-то недалеко я здесь нашел полушку 1735 года. Видите, какой разброс. 250 лет. Так. Двигаемся дальше. Повстречались с ужиком. Что-то я их давно не видел. Ну, что это? Пугает. Ну-ка еще раз испугай. Давай, пугай. Ух ты, шипит даже. Ладно, пойдем. Не будем пугать. Пойдем дальше. Красота! Согласитесь, смотрите, какие сосны. Голые. И на макушке только. Чубок такой. Как корабельные сосны. А у нас сигнальчик. Чистоган прям аж. Сомнения берут. Ветер поднялся. Ну иди. Чуйка. Какая-то мелочь. Ну, конечно. Фольга. Жаль. Ну, ничего. Двигаемся дальше. Еще один у нас сигнальчик. 32. Чистоган. Я вижу там что-то какое-то. Комочек. На монету не похоже. Что это такое у нас? Да. Сначала думал колечко. Нет, это у нас жопка от патрона. Такие были картонные. С капсулями. Да, жаль. Обломилось. Дальше пойдем. Походу, на сегодня мы заканчиваем. Солнышко уже
низко-низко. Смотрите, какая тут травища. Вот так вот непонятно, да? А вот когда сядешь, вот так вот такая тут трава. Но она, слава богу, редкая. Поэтому еще можно ходить. Идем к машине. Сейчас покажу, сколько шмурдюка накопал. В последнее время я его перестал собирать, последнюю сумку взял. Опять выступаю в роли санитара леса. Весь шмурдяк собираю и на мусорку. Ну, хоть какая-то польза. Помимо того, что мы находим какие-то полезные находочки, артефакты, монетки, мы еще и мусор из леса вывозим. Так что вот так. Итак, коп закончился. Вот сколько у нас шмурдяка. Как обещал, показываю. Настолько вот всякой гадости в земле, в лесу стало меньше. Так, и две монетки у нас сегодня. 20 копеек 1983 и копейка. Не вижу. 1985, что ли? Ну, как сказать, для копа, конечно, мало, но я уже много раз говорил об этом, что найти как можно больше монет – это не самоцель. Если бы мне нужны были большое количество монет, я просто бы на интернет-аукционе на любом заказал бы, где там продают монеты оптом. Там можно за 1500 100 штук или 150 даже купить. Так что главное – это вот общение с природой, здоровый образ жизни. Ездим по деревням, по всяким весям, общаемся с природой, вместе общаемся. Вот это вот интересно. Ну, кто-то, может, и не поверит. Да ну, скажет, придумает все. Ну, ваше дело, верить или не верить, я вам скажу, как я чувствую. Так что, ну, с другой стороны, конечно, показывать, допустим, две монеты и кучу шмурдяка в видео тоже как бы не хотелось. Хотелось бы более наполнить контентом каким-то. Ну, я стараюсь показывать природу. Вот сегодня с Ужиком мы пообщались. Надеюсь, вам это интересно. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал.